Это вы задолбали, блядь, что это за кричалка ебанутая добавилась, скажите мне. Уже второй стрим подряд. Блядь, конченые. Поехали на Зевсе в медец. Бой. Так, ну против Бонни Флетчера, опять же, поначалу будет стоять более-менее неплохо, пока он сильно не может меня заебывать скиллами. Я, наверное, не буду болт брать, потому что я вряд ли буду его харасить сейчас. Возьму третий скилл, чтобы чисто ему наваливать, напихивать молодому. То есть, в чем слабое место Бонни Флетчера? В том, что он очень дрыщавый. Он просто дрыщ, понимаете? То есть, у него очень мало хп. То есть, ему две нижние дал, у него уже почти четверть здоровья отсутствует. Но, с другой стороны, закрой ебало! Ты еще и вражеский орет, понимаете? We can kill Bounty Hunter. О, блядь, это нахуй... Я знакомый голос, это мой одногруппник, мы с ним в Гарварде учились. Ебать, я узнал его по акценту. Леха звали. Я просто не хочу, чтобы он меня узнал. Сами понимаете, если я что-то скажу, он-то меня тоже узнает. Еще. Что-то он там это видели, спички свои начал поджигать. Я думаю, ему болта третьего в ебасосину выписать, чтобы ему, как бы, знаете, ну проще по жизни было. Мисс. Хлоп, ебать. А? Эти глаза и не такое видели, правильно? Да мне похуй, ты меня не... Ты что, ты меня видишь, типа? Ты что, ебанутый? Bonny Fletcher is missed, guys. Закрой ебало, блядь. Аркан Ринг будет. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Apple Watch он говорит, у него сели? Или что он сейчас говорил? Give me the poor man, chill. Okay, no problem, bro. Да закрой ебло свое тупое уже, блядь. Что мне, скоро минималку опять поднимать? А то все время что заебывают. Ты куда идешь, мальчик, блядь? Мальчики, вы шо, ебать? Называть? Leave the farm. What the fuck? Why the fuck did you came here? My creeps or what? Maybe you suck my dick, петушок. Someone help. Ты поставишь мой крек или уже поздно? Да, включил, брат. Типи мид. Что значит поздно? Я врубил, братан. Я продолжил, он, типа, он у меня на паузе стоял. Он только мне фоточки кидал. Боник 9 левел. 900 здоровья. Можно его пёзнуты, правильно? С молодуху. Просто праздник какой-то. А, так и Джаггера убили. Я ультанул, чтобы Боника убить. В итоге Джаггер пизды получил. Can I fight here? I have a defusal for... for... Per favor, блядь. Сука. Русский. Так, короче, диффуза есть для ВК. Можем его быстро убить. Guys, let's go fight and win this fight, okay? No, yes? Начните в любом месте драку, я с хаунд прожму. Блять, он странный пиздец этот чувак на спектре, вы не находите или мне только так кажется? Сука, Стрей, ты педофильская мразь. Либо ты сейчас мне переводишь на карту 150 тысяч рублей, либо мои резвые ребятки, которые, блять, являются 20 дагами на вишневых семерках, приедут к тебе в твой Белгород и спорят твою машу. Мальчик, ты б хоть яйца зажал между булок своих, блядь, чтобы голос грубее был, а то как-то не слишком впечатляет твоя манера речи клоунская. Мог бы ты повторить, но более, как бы, ну, чтобы более опасно было, потому что, ну, я не испугался, не знаю, мне наоборот что-то улыбнуло. Правильно, через нимбус пиздуй, гений, блядь, жизни. Какие 6700? Нимбус. Но... Слышишь ты, блять, вульв усата, кто здесь мальчик, нахуй? Блять, я тебе, нахуй, прострелю твои колени, блять, усатая ты мразь, блять. Я приеду лично в твой Белгород, нахуй, и из батиного ружья, блять, выстрелю тебе мозг и выебу твою мать, потому что ты выебал моего 5-летнего брата, тупая ты мразь. Я надеюсь, ты в туалете спрятался, чтобы это записать, а то если батя услышал бы, блядь, подумал, что мамкин бандит растет, блядь. Фу, блядь, мне аж хуёво стало, нахуй ты так делаешь, блядь, я уже пожилой. Let's go push, guys. Push and fight top lane, please. Go, start, фихт. Но крутилка.
сэр. Ой, я в танку, я в танку. Сало. А, то есть тебе еще и смешно от того, что ты изнасиловал моего брата пятилетнего. Не раскаиваешься в содеянном. Думаешь, если тебе донатит сын Путина, ты отмажешься. Мне смешно от того, какую хуйню ты несешь, не более. Значит так, усатая вульва. Либо сейчас ты мне переводишь, блядь, 200 тысяч рублей на мою банковскую карту. Либо к тебе сегодня вечером после стрима приезжают малиновые пиджаки и выстреливают тебе мозг, блядь. Соси хуй ус... Спасибо за донат. А тебе уже карточку, что ли, выдали? А со скольки лет карту в банке можно сделать? Банковский счет. У тебя хоть, блядь, банковский счет есть? Алло, блин, мальчик. Или на батину переводить? Блять, сука, эмоциональный кавер. Спасибо огромное за 1000 шо. Да. Удачного. Спасибо стрима. За 200, сука. Если есть какой-нибудь чувак из военкомата на стриме, блять, заберите, служить это быдло с донатов. Просто, блять, под шконку туда его. Спасибо за 16 месяц подписки, брат. Ты можешь, когда у тебя будет рефрешер? Ну, ты можешь посмотреть, как бы. Ну, я говорю, чтобы мы подрались на next fight. Ну вот, 69 секунд, пацаны. 69 секунд. Хорош. Хороша на Джаггер забрал. Пожалуйста, Зевс. Шо, шо, Зевс? Я убил быка. Кого мне надо было убивать? О, мана нет. А, у него Аега, у него Аегис, у него Аегис. Ну, отойдите. Собьем Аегу-то. Еще раз убить можно. А где Фурион? Ты что делаешь, алло? Фурион, брат, ты где? Помоги! Фурион! Фурион, 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 алых роз, блядь. Я не понимаю, челик не выиграть не хочет или что он делает? Почему он с нами не файтится? Это секс-бык. Чё ты доебался до него? Гол пиздится. Дальше. Рефрешер есть. На ПХ ульту тратить. Да, и шо, у меня рефрешер есть. Ульта, блядь, 100 секунд будет. Может, Фурион, блядь, ворвется с пруты поставить на кого-то? Или, блядь, заебал? Боник тут. Блядь, ты не попал. Не говори, ну как можно не попасть было? Помогите мне, пожалуйста, ну помогите вы мне, ну, пожалуйста. Блядь. Пожалуйста. Да, блядь, у меня тп-ки нет, как оказалось. Фурион, если не хочет выигрывать, то мне все. Я пошел, отойду, наверное. Фурион, ты проиграл нам. Успокойся, мы еще не проиграли, у нас все стороны стоят, понял? Я не хочу это играть, я тебе повторяю, я не из-за этого, я не хочу играть это и выигрывать ему игру. Он просто стоит и ничего не делает, ты это понимаешь? Понимаю, но а что делать? Тринаут так... раз видели, он всех нафидел, он ничего не делает, посмотри на Клинкза этого. Посмотри на него. Ты же понимаешь, что если каждую игру никого будешь убить сдавать, не можете. Что-то... Вы без меня никого убить не можете, дауны. Ты можешь так не выражаться? Ну, у меня бабушка тут рядом просто. Просто проигрывайте эту игру и все. Ну, Фурион у нас долбоеб. Тут как бы базара зиро. Но и Спектра не святой. Вы им Рошу отдали, вы его можете убить? Просто взять и убить все вместе. Ну, я могу один пойти, но мне кажется, я не справлюсь. Ты в том-то и проблема, ты ничего не можешь. Ты ноль просто. Зачем ты Зевса взял? Ну, я учусь. Фурион, вообще ты ноль просто, даун. Да я учусь играть на Зевсе. В смысле, а кого мне брать надо было? Что, блядь, происходит здесь, нахуй?
На МВК линию ломает только. Но он один остался, мы его дважды убиваем. Фурион вообще уходит, просто уходит. Да, он очень хочет сломать этот барак. Пацан к успеху шел. Не фартануло, как говорится. Какой ты мудак на Фурионе, какой ты мудак. Вот здесь вот. Барак упал там. Боник спиздил. Ебанишка. Как я вас ненавижу, тварь на Фурионе, тварь на Фурионе. Просто как я тебя ненавижу, это ГГ. Проиграли вы нам игру, спасибо Зевс, спасибо Фурион. А я почему? Так, ЖПЖ, поздравь меня, у меня сегодня ДР, вот сижу в соло. Удачи и здорового. Не, ну, соло пить не тварь, поздравляю, тварь, молодец. А, ну тебя Фурион поздравил. Молодец, тварь. Фурион поздравляет, слышишь? Какие вы лохи, какие вы лохи.